Всем привет, с вами Горлачева Екатерина, и у меня сегодня тема лечебных чаев. В компании Greenway есть чаи как ежедневные, у меня тоже есть про них видео, ссылочку ниже прикреплю. Также есть еще и лечебные чаи, и сегодня поговорим о них. У нас их 12 здесь видов, дома у меня 5, и я расскажу вот про те, которые у меня есть, и вкратце затрону остальные. Итак, первый чай, с которого мы начнем знакомство с этой линейкой, это чай под номером 1 Fresh, то есть это очищение и легкость. Покажу, как вообще выглядят наши лечебные чаи. Они вот в такой коробочке. Здесь 30 фильтр-пакетов, и они упакованы вот таким образом. То есть это не каждый пакетик отдельно, как в ежедневных чаях, да, а здесь они получаются по паре. Можно их заваривать как по отдельности, так и вот так вот вместе, по два. Какой здесь состав вообще, да? Что делает этот чай? Этот чай очищает наш кишечник. Но он единственный из всей линейки, который нужно пить курсом. Его нельзя пить постоянно, потому что здесь есть в составе сено. Вообще все вот эти чаи, они по авторским рецептам, они на травах. И здесь также еще в составе есть володушка, репешок. Это вот травы, которые обладают противовоспалительным, таким легким желчегонным действием. То есть, если, например, вы думаете, у вас там камни в желчном пузыре, и нельзя пить эти чаи, можно. Они не будут двигать камни, они таким мягким, легким желчегонным действием обладают. Также здесь золотарник обыкновенный, крушина, солодка. И здесь на основе зеленого чая. Вот все вот эти чаи лечебные, они либо на основе черного чая будут идти, либо на основе зеленого чая, либо же они будут просто из трав, не иметь в составе ни черного, ни зеленого чая. Но здесь вот есть зеленый чай и мято-перечный лист. В общем, составы все подробненько на коробочках расписаны. И так вот, в составе есть сено, слабительное средство, многим известная, да, есть еще таблетки Сенаде, которые в аптеке продаются, но минус этой травы в том, что она вызывает привыкание, то есть без нее потом уже никак, да, если ее пить постоянно. И кроме этого, она еще портит слизистую кишечника, ворсинки в конце концов отмирают, если пить сену постоянно, и, ну, это приводит к гнилостным процессам в кишечнике и к онкозаболеваниям. В общем, никому это не надо. Кого-то, может быть, я этим напугала, он скажет, а зачем мне вообще тогда этот чай, да, если там в составе такая трава, которая вызывает привыкание. Если мы пьем курсами 10-14 дней пару раз в год, это даже хорошо, потому что очищать кишечник надо. Сейчас практически каждый мучается запорами, может быть, и не скажу, но нерегулярный имеет стул, это есть такое, да, потому что регулярный стул – это даже не раз в день, это два раза в день в идеале. Вся та пища, которая к нам приходит, она должна выходить, она не должна застаиваться, чтобы не было вот этих процессов брожения, гниения, вот, поэтому очищение, оно нужно всем. Вообще, честно говоря, когда я пью этот чай, у меня эффекта такого нет, что я бегу там сразу в туалет. Хотя многие рассказывают, что есть такой эффект, что да, потом нужно далеко не уходить, да, дома. Поэтому все-таки индивидуально на всех действует, да, и поэтому желательно этот чай принимать во второй половине дня и в идеале на ночь. Тем более тут есть и мят, да, который успокаивает. Потом еще вот момент про солодку. Тоже вот бывает, люди интересуются, зачем солодка. Все привыкли ее воспринимать как противокашлевое средство, да. На самом деле солодка обладает в таком еще маленьком... Здесь, во-первых, дозировка такая, да, небольшие, сколько намешано трав, представьте, и там где кора, где что, где листья, где там цветы намешаны, она еще обладает нормализацией иммунитета и противовоспалительным тоже действием. Поэтому вот солодка практически в каждом чае присутствует, если смотреть состав. Так, ну вот про этот чай все, идем к следующему. Чай номер 2 – это чай Претти. Это чай для женщин, для профилактики женских заболеваний разнообразного характера. Единственное, когда не стоит пить этот чай, это во время менструального периода. Конечно, допустимо, но там есть в составе красная щетка, которая разжижает кровь
и, ну, могут быть не очень хорошие последствия, да. То есть именно во время этого периода лучше чай не пить. А вообще это полезнейший набор трав. Здесь и пустырник, и клюква, и солодка, и на основе каркаде, кстати. Поэтому чай будет такой красненький, вкуса каркаде. Вот. Чай номер 3 – это мужской чай «Премьер». Это тоже очень вкусный чай. И он в составе имеет основу, у него черный чай, иван-чай. Даже вот по названию видно, да, что иван-чай – это что мужской. А здесь также в составе перец, имбирь, ливзея, который является адаптогеном и стимулятором. И если применять его регулярно, он может даже стать заменой виагры. Поэтому применять его нужно в первой половине дня, поскольку он вот является таким стимулятором. Чай номер 4 – чай «Браво». Он для тоже имеет стимулирующий эффект за счет ливзея. Кстати, ливзея – такое растение, которое является онкопротектором, то есть против развития онкологии. Чай «Браво» – он для того, чтобы бороться с усталостью. Такой тонизирующий, да, у него эффект. Он на основе и черного, и зеленого чая. Он бодрит, поэтому его тоже лучше в первой половине дня применять. Здесь в составе есть кардамон, перец душистый, бадьян. Вот, то есть это чай для борьбы с усталостью. Следующий чай по авторскому рецепту, который есть у меня, это чай номер 5 «Банкет». Уже само название, да, говорит за себя, что это чай для пищеварения. Немножко есть что-то схожее с чаем номер 1, потому что это тоже для кишечника, для нашего. Но здесь не ослабительного эффекта, здесь не для очищения, здесь именно для пищеварения. В составе здесь основа черный чай. Если у нас в чае номер 1 для очищения там основа зеленый чай, то здесь это основа черный чай. Яблони, домашние плоды, володушка, опять же, которая присутствует и в чае номер 1. Плоды аниса, репешок, опять как с первым чаем перекликается, бессмертник, цветки, солодка и бадьян, плоды. Вот у меня там помощница меня учит рядом. А вот прям, знаете, на коробочке написано полностью, для чего, ну, что-то там, ну что. На коробочке прям написано, какая трава для чего нужна. Например, там репешок нормализует работу ЖКТ, бессмертник, обладает желчегонным обезболивающим противовоспалительным свойством, бадьян, улучшает деятельность желудка, снимает спазмы и так далее. То есть, если что-то поели не то, что-то вот в кишечник нужно нормализовать его работу, да, вот улучшить, как вот бывает, еще пьют для поджелудочной железы дополнительные продукты, да, чтобы лучше усваивалась пища, там переварилась. Вот это вместо этого. Что-то у меня кошечка отвлекается на нее. Следующий прекрасный чай. Чай под номером 6, кардекс, и даже по упаковке, по цвету упаковки, по названию можно понять, что это для сердца. Это чай для сердечно-сосудистой системы. В его основе нет ни черного, ни зеленого чая, здесь каркаде и курильский чай основа, то есть он будет такого красненького цвета, а также еще здесь пустырник, зверобой, боярышник, солодка, клубника, шиповник, календула, рябина черноплодная. То есть представьте, какой классный набор трав, да. У кого гипертония, прекрасно будет, если вы будете пить этот чай. Еще я покажу сейчас один чай, который у нас есть, вот тоже для сердечно-сосудистой системы, для сосудов еще конкретно, да, вот. Это и для нервной системы, и для сердечно-сосудистой системы, в общем, для женщин это вообще прекрасный чай. Вот, ну что здесь еще сказать, очень вкусный и имеет вот аромат клубники, земляники. Чай номер 7 «Бриз». Это антиоксидантный чай, который очень классно вытаскивает из простуды. Здесь состав смородина, черника, брусника, солодка, зеленый чай, каркаде, курильский чай. В общем, вот такой вот набор полезнейших травок и ягод. И защита, конечно же, от старения, потому что свободные радикалы – это выхлопные газы, наша экология вокруг, да, курение – все это плохо влияет на наши клеточки, а вот этот чай нам помогает
бороться с этими свободными радикалами. Еще один чай, который классно вытаскивает из простуды, это чай Steam. Он для дыхательной системы на основе черного чая. Здесь в составе дивисил, солодка, малина, клюква, индийский черный чай. Ну, в общем, подробнее также на каждой упаковке чая написано по составу. Тоже очень такой вкусный и подходит для стимуляции иммунитета. Чай номер 9 – это баланс. Это, вот, знаете, как ромашка, например, аптечная, да? Она очень хорошо продается, ей что только не делают, и полоскают, да, против всяких воспалений, и заваривают, пьют, ну, в общем, и наружно используют, и внутрь используют. Вот чай баланс, это, можно сказать, та же самая ромашка. Успокаивающим действием обладает, в составе ромашка, естественно, курильский чай, пустырник, зеленый чай, мята, чабрец, солодка и бадьян. То есть вот такой чай, который идеально будет перед сном пить на ночь, потому что он расслабляет и успокаивает. Следующий чай номер 10 – Spring. Очень вкусный чай. И здесь такой состав, что, ну, как для почек, да, предназначен вроде бы чай. Но на самом деле это не только для почечной системы, он полезен для всех систем органов. В составе тимьян, брусника, дягель, солодка, горец. Здесь, да, есть такой мягкий диуретический эффект, противовоспалительный, антисептический. Может даже, знаете, выводить песок из почек, то есть, ну, не камни двигать, а вот песочек из почек выводить может. То есть, если, например, врач назначил что-то такое попить, чтобы выводился песок, вот чай номер 10 Spring, это самое то. Ну, и за счет того, что будет некоторый, оказывается, диуретический эффект, на ночь не рекомендуется, ну, чтобы не нарушить. И, как обещала, еще один чай, который необходим нам для сердечно-сосудистой системы, это именно уже больше для сосудов идет, у кого варикоз. И особенно это еще классно для разжижения крови против тромбообразования. Вот, вот такой вот чай. 11 номер, Flow. И здесь основа зеленый чай, курильский чай, также корица есть, доник, календула и имбирь. Так, и вкус именно здесь идет такой специфичный за счет корицы. То есть чай очень полезный, но специфичный, может, кому-то вот не зайдет, вот, а может быть, кому-то наоборот понравится вот эта изюминка корицы, да, и это будет вашим любимейшим чаем, но он очень полезнейший. Переходим дальше. Это чай Степ. На основе зеленого чая, тоже очень вкусный, в составе сабельник, чабрец, брусника, ну, суставы там в каком-то моменте в разном возрасте могут, да, болеть, и у подростков даже, при там сильных физических нагрузках или в процессе роста. Поэтому вот чай Степ как раз для этого. Вот такие полезнейшие чаи у нас есть в компании Greenway. Поэтому пробуйте и будьте здоровы. Всем до новых встреч. Пока-пока.